Друзья, всем привет! Сегодня решил съездить на Карпа. Вот, едем, в общем, на Платник, недалеко от польско-белорусской границы, на озеро Семяновка. Вот, там, в общем, прямо возле озера есть Платник. И говорят, что карпик хорошо поклевывает. В общем, я уже полпути проехал, заехал тут в красивое местечко, посидеть, чаек попить. Вот. Не было давно видосов, ребята. Надеюсь, что сейчас будет почаще. К сожалению, у меня сейчас пока вот по работе поехал в Польшу. Сразу тут первое время не сильно получалось выбираться. Ну, сейчас уже приехал вон на машине в Беларуси. Сейчас уже буду кататься тут по Польше, по рыбалкам. И в Беларуси будут рыбалки тоже. Так что будем наверстывать. Все, ребят, погнали. Мне еще километров 30 ехать. Надо будет еще определиться с местом, поразговаривать там с местными, спросить, куда лучше садиться, что поклевывает, на что клюет. В общем, будет интересно. Погнали. Один карпик, карасики попадались такие 200-300, вот, но я сильно не упирался, да и времени не было там сильно нормально закормить. Вот, сегодня будем кормить получше, ловить подольше, так что я думаю, что получится, ну, должно получиться лучше. Так, где-то здесь, я помню, плакат, что-то там про рыбу было написано. Спредаж рыб, во, нам сюда. Желтая кругом. Да, скоро незаметная зима подкрадется. Ну ничего, будем ездить на зимнюю рыбалку. Тоже интересно. Жерлички, палатка, печка, ночной лещ. Будет классно. А пока что, пока еще теплые дни, бабье лето. Сегодня, допустим, вот обещают днем. Так, сейчас радио потише сделаю. Сегодня обещают днем до плюс 17. Собственно, почему я на карпа и поехал. То, что, ну, честно скажу, что в октябре еще ни разу карпа не ловил. Так что будет интересный опыт, учитывая то, что сегодня теплый день. Есть шанс, что что-то получится. Накидаем много корма. Будем перебирать поводки, крючочки. Кстати, начинать буду, я так подумал, все-таки холодная вода уже. Уже октябрь. Рыба пассивная. Надо утоньшаться. Но это карп. Сильно тонкий поводок не поставишь. Потому что даже киложка 0,1, я думаю, там легко порвет. Буду начинать с 0,12. Пытаться получить какие-то поклевки. Маленький крючочек, наверное, панихук 12 от Овнера. Либо гамакацу, он немножко пошире, там у меня есть серия. Ну, посмотрю сейчас, в общем. Начинать буду с опарика. 1-2 опарика. Будем смотреть. Сначала накидаю корма. Там намешаю.
решаю. Кстати, по прикормке. Взял сегодня на пробу интересную прикормку от компании Лорпио. Нарисован линь, но пахнет... О, люди грибы собирают. Пахнет шоколадом. Много крупной фракции. Конопля, дробленая кукуруза. Плюс пахнет шоколадом. Там еще печиво. Это постанчина или печиво, как там правильно, я не знаю. Зеленое, желтое. То есть, ну, интересно. Я думаю, что рыбку какую-нибудь да заинтересует. Так, все, мы уже подъезжаем. Сейчас уже начнутся первые карты. А нам нужно на последнюю. Так, 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 так. Вот уже озера тут пошли. Спросил, кстати, вот про эти озера. Тут у местных сказали, что ловить можно. О, смотрите, какие классные места. Ловить можно, только единственное, нужна лицензия. А мы едем в место, где лицензия не нужна. Вот. Так что, ладно, ребят, я буду сейчас вспоминать, тут как тут подъехать. Надо как-то через лес. Так. Все, в общем, включимся уже на водоеме. Так, вроде все взял. Угу. Так, подсак, садок. Пошлите. Я в прошлый раз сидел прямо вот здесь вот. Карасики одни поклевывали, карпик одно словил. Сейчас решил обойти вообще озеро и вон за тот остров сесть. Там никого нету, можно спокойно будет посидеть. Сейчас спросим, клюет, не клюет. День добрый. Были поклевки? День добрый. Слабо, карасики. Карасики, да? Карпика не было. Будем ждать. Но... Я пойду туда, за остров. Но... Прошлый раз, да. Там нету людей. Прошлый раз там прыгала большая рыба. Вон там вот. Да? Ага. Определился я уже с местом. В общем, там я выходил, обошел кругом и посмотрел, здесь более такая подветренная сторона. Ветер не в лицо, самое главное. Кустами укрыто. В общем, тут будет комфортно сидеть. Вот такие красивые места, конечно. Да, сюда бы лодочку. Купить лицензию, поплавать, половить щупака большого. Так, ну что, будем раскладываться. Прикупил садок маленький. О, как раз будет такой походный вариант. Что это я взял такое? Печак, желтый. В общем, не знаю, что это такое. Что-то мягкое. И с ванилью. В прикормку намешаем. Так. Блин, по-русски. А вот. Так, ладно. Намешаем. На карпа по классике. Кукурузу намешаем. Вот, и прикормка, про которую я рассказывал. Пахнет шоколадом. Фракция тут и крупная, мелкая, печево, конопля. Нарисован линь. Но пахнет такой шоколадная. Шоколад и немного ванили.
Запах такой сладкий. В общем, я думаю, на карпа подойдет. Так. Опарики разноцветные. Это пинка. Я подумал, что он по холодной воде может брать только на мелкую приманку, наживку. Так, кукуруза со вкусом аниса. Я еще вот в Беларуси, когда ловил карпа, ездил, очень хорошо работал анис. Дип, там анисовые пуфы. Так, у меня еще есть опарик крупный. Червяк еще на всякий случай. Ну, червяк, мне кажется, по осени не сильно тут будет решать. Скорее опарик, кукуруза мелкая. Так, будем замешиваться. Федерочек сегодня я взял один. Тима Львега, 3,6 до 90. Такая дубина. В общем, на карпа будет самотой карасиков. Подсачек. Я с этим подсаком езжу обычно на хищника. Ну, на карпа тоже пойдет карасем. Лишь бы он клевал сегодня. Народу, конечно, по той стороне это много наехало. Я тут, вот здесь, с этой стороны я один, больше никого нет вообще тут. 100 метров туда, 50 метров туда, никого нет. Но все сели вот где стоянка, там далеко идти не надо. А я решил подальше отойти, тем более вот здесь, вот с этой стороны острова, в прошлый раз плюхалось такие карпы нормальные, там 5+. Все, не будем сильно трепаться, давайте раскладываться, начинать. Хотел еще показать свой монтаж. Так, значит, сначала надеваем кормушку на леску. То есть у меня здесь получается такой с карабинчиком таким. Вот, и скользит по шнуру. Потом идет резиновый стопорок. Так, где они? Где тут стопорки эти? Вот. Маленький резиновый стопорок. Деле отвожу подальше, чтобы здесь удобно было дальше вязать. Дальше берем готовую скрутку, небольшую, не длинную. Ну сколько тут, сантиметров 20, 15-20. Вот такую скрутку. Так, привязываем на основной шнур. Делаю 10 оборотов. Так. Так, и конец шнура продеваем в петельку и аккуратно стягиваем. Формируется аккуратный узелок, подводим его к концу и зажимаем. Все, ненужное убираем. Единственное, ножницы забыл. В принципе, можно опалить, попробовать. Так. Оп.
ненужное отваливаем, либо обрезаем, лучше обрезать, конечно. Получился вот такой аккуратный переход на скрутку. Дальше стягиваем резиновый створ к узелку, и вот что у нас получается. Вот. Скрутка отводит поводок, и он получается всегда сбоку от кормушки. Ну и все, кормушка свободная, туда-сюда ездит. На этом монтаже поклевки очень классные. Поклевка идет в шнур, то есть, ну, она более, как сказать, резкая. Мне кажется, что рыба лучше засекается. Так, ну и все, здесь вяжем поводок. На карпа с карасем я, наверное, поставлю сантиметров 15-20, коротенький. И крючок 12, пока начну с 12 панихук. Замешал уже прикормку. Запах получился такой, да, шоколадно-ванильный. Очень интересная фракция. Много конопли, всяких частичек еще, мелких, больших. Кукурузы дал целую пачку. Плюс еще какая-то штука ванильная, мягкая была, тоже закинул все полностью. Значит так, карп пока не клюет, я тут походил, поспрашивал. Словили пару карасиков там, ну, буквально там 2-3 карася на весь берег. Значит, поставил поэтому 14-й крючок, все-таки решился. Будем смотреть. Ну, понятное дело, что если карп подойдет, то вероятность того, что он разогнет крючок, большая. Поэтому будем смотреть. Сейчас первая задача — получить хоть какие-то поклевки. Вот, поводочек такой, сантиметров 20. Отвод, скрутка, кормушка 30 грамм. Поводок поставил пока 0,12. 0,10 точно будет в клочья разорван. Если карпи клюнет, да и хороший карась тоже может порвать. Так, начнем. Четырех опарышей. Ладно, с трех. Трепиночки. Дистанция. Я уже промаркерился. Посмотрел, в общем, посередине идет небольшая ямка. Типа канавки. Вот. И я решил все-таки в этой канавке остановиться. Посмотрим. Так, вроде кусты там не цепляю. Так, кидать будем ровненько вот на те кусты. О, все, замечательно. Все. Так, верти прослабленный. Ждем поклевочку. Ну что, ребята, первый рыб. Поклевки не было, но клюнул вот такой карасик. Вот такой вот. Красивенький. Круглый. Что, продолжаем. 4 опарыша. 14 крючок. Заел, конечно, очень далеко. Поклевочка только что была. Да, во-во-во, сидит карасик. Что, давайте подсечем. Мимо, хотя уже сидел. Кто-то идет. Карасик, наверное.
что я так словил его. Ой, какой красивый. Маленький. Ой, какой. Так, ребят, новая локация. Это уже второй день. Вчера рыбалку толком не стал снимать, потому что были одни караси такие ладошечные, чуть больше. Словил одного карпика, где-то грамм 150 зеркального. Вот, но по клевке там нечего было снимать. Карасей этих по 200-300 грамм. Если были еще по клевке, так по клевке были едва-едва заметные касания. Вот, хотя, ну, вода уже холодная. Хотя такие карасишки должны поклевки показывать нормальные. Вот, в общем, приехал на другой пруд. Это уже, напомню, второй день. Посмотрел по карте. Сказали, что тоже тут много карпа разнокалиберного, что нам, в принципе, и нужно. Потому что большого карпа порой сложно словить по холодной воде, а мелкий еще может проклевываться. Вот. Сейчас буду потихоньку раскладываться. Промаркирюсь. Но я планирую кидать вот где-то здесь, вот на этот перешеек. Вот здесь вот, недалеко от острова. Как раз мне сказали, что там есть углубление. И подъем идет. Подъем сюда, в эту сторону, вправо. Вот, там глубина примерно 1,5–2 метра. Ну, в общем, будем смотреть. Сначала постараюсь там посидеть. Что-то постараюсь словить. Если не будет клевать, перейду на более мелкий участок. В общем, будем смотреть. 3 часа здесь, если ничего не получится, буду передвигаться на более мелкий участок. Так, расставляемся. Блин, грунт жесткий, не протолкнуть, конечно. Так, ну как-то так. Один фидерок. Классический монтаж. Будем пробовать. Ловить буду на кукурузу, на опарика. Крючки буду пока ставить мелкие. Так, первая основная задача — рыбу поставить. Поэтому сначала дадим обильный закорм. Дадим много корма. И будем потом шаманить. Подбирать крючочки, поводки, длина поводка, толщина. Размеры крючков. Будем смотреть. Так, ловить я буду сегодня, как и в прошлый раз, на тимальвегу. До 90 грамм, в принципе, вот на карпах. Нормально все показывает. Ну и бюджетный вариант. Как говорится, не жалко по кустам ползать. Клевертип я поставлю 1, помягче. 1, так, 1,5–2,3 унции. 1 поставим. У меня еще с прошлой рыбалки там много корма осталось. Я в этот корм много чего намешал. И кукурузы, и печево, там все, в общем, есть. Сначала перекидаем старый корм, потом забешаем уже новый. Все, начинаем, ставлю катушечку, вяжусь и начинаем ловить. Идиллия. Все, уже настроил. Закинул 10 кормушек. Ну, будем ждать поклевочку. Ну что, ребята, первый рыб. Вот такая плотвичка. Пошли поклевки. Прошел примерно час. Первая поклевка была хорошая. Прям четкий загиб, один сильный. Но, к сожалению, рыбка не села. Сейчас вот клюнула плотвичка.
4 опарика. Ждем карпика. Сегодня днем обещают плюс 14. Может, ближе к обеду карпик проклюнется. Посмотрим. Два. Три. И красненького еще. Кормочку. Крючок поставил 14 панихук. Пока что на мелкие крючки. Следующая поклевка. Еще какая-то рыба села. Хорошая была поклевка. Неужели тоже плотва? Кто там у нас? Вот это плотвень! Или кто это? Опа! Кто это такой? Ничего себе! Это экземпляр, ребят. Вот это экземпляр. Смотрите, какая здоровая. Во какая. Ну, эту можно будет уже на жарку забрать домой. Хорош, хорош. Смотрите, какая здоровая. Класс. Вот это я понимаю, плотвичка. Так, посадим пока в садочек. Хорошая рыбеха. Так, надо какую-то палку сорвать для садка. Пошли поклевки. После прошлой поклевки прошло секунд 15, наверное. И такой загиб здоровый. Ну, хороший загиб, если здоровый. Четкий один загиб. Вот это плотвень, конечно. Класс, рыбка подходит. Хорошо, хорошо. Так, продолжаем. Продолжаем. Приятно, приятно. Пока карпика не видно. Но пошли поклевки. Так. Также 4 опарыша. Ох, клюнула еще одна. Еще один батон. Ох, хорош. Да, плотвичка здоровая, конечно, тут привет. О, какой. Хорош. И загласила. Так, это у меня здесь палочка была. Похоже, очень крупная плотва села. Сейчас посмотрим. Ух ты! Вот это плотвень! Это плотвень. Вот это да. Это я понимаю, плотвичка. Один опарыш. Вот это плотвичка. Да. Крючка не видно вообще. О, вот такая плотвичка тут поклевывает. Супер. Карпа пока не дождались. Но плотва клюет исправно.
Так, где там крючок? О, клюет, клюет, клюет. Ага. Сидит, сидит. Сейчас проверим. Ага. Кто-то маленький. Наверное, клопичка маленькая. О. Ну как маленькая, нормально. Ну, я сегодня таких отпускаю. О. А какая. Что ж все так заглатываете? Так, ладно. Плотва клюет на одного парика. Причем опарик прям на крючок так надет, смотрите. Не за краешек, а через центр. Через тело. Надеваешь по-нормальному, 1-2 опарыша. Тюк-тюк. И все, и опарыш высосан. Все, буду заканчивать рыбалку. 4 часа вечера уже. Надо еще успеть домой до темноты доехать. Так, посмотрим, что словили. О, какая плотвичка хорошая. Да, сегодня карпа не дождались. Попробуем в следующий раз. Ну вот как-то так. Лодочки. Да, и 3 батона. Таких. Хорошая плотва. Да, такую можно было и на жарку забрать. Но отпустим лучше. Пускай еще растут. О, класс. О, какие батоны. Все, ребята, буду складываться. Кому понравился видос, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем пока.